Планируем отправить ребенка на летнее оздоровление в лагерь. Подскажите, пожалуйста, в связи с пандемией, есть ли какие-то ограничения и разрешена ли полная работа лагерей или нет? В настоящее время на основании постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации 24 марта 2021 года номер 10 смягчены санитарно-эпидемиологические требования к работе организации отдыха и оздоровления детей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, в настоящее время разрешен отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также предложение государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах Российской Федерации и их заместителей. Также увеличено с 50% до 75% количество детей в отрядах от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления. Принятие решения о работе палаточных лагерей в настоящее время осуществляется органами исполнительной власти в субъектах Российской Федерации с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации. Также определены обследования, которые должен проходить персонал перед началом каждой смены. Также в настоящее время снято ограничение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.